В честь приближающегося юбилея города Дворец культуры проводит несколько конкурсов среди творческих тимиртаусцев. Один из участников – известный тимиртаусский художник Юрий Пельтихин. Он представит свои работы в разделе «Краски города». Это конкурс среди художников и фотографов Тимиртау. Работы, которые я выставляю на этот конкурс, они разноплановые, но все посвящены нашему городу. Разной техникой, разными материалами. Это от графики до масла, акварели, акрила, линеры. Все материалы, которые я употребляю, стараюсь разными материалами работать, для того, чтобы получше раскрыть идею темы. Вот пейзажи городские я выставил на этот конкурс. Также для участия в конкурсах принимают стихотворения, песни и видеоролики о городе металлургов. Это онлайн-конкурс. Работы принимаем с 25 августа по 25 сентября. Поэтому для участия у жителей города еще есть время. Приглашаем принять участие всех желающих. Победителей ждут ценные призы. На сегодня поступило порядка 50 заявок от участников. Работы принимают до 25 сентября. Более подробную информацию можно получить по телефону 91 28 64 или на сайте Дворца. Маргарита Ущиповская, Светлана Лебедева, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.